Так, сегодня у нас Nissan Note. Будем снимать тормозные цилиндры, тормозные диски. И буду протачивать их. Здесь есть небольшая ступенька. Потом сниму, покажу изнутри намного больше. Вот, есть ржавчина, и тормозные колодки не хотят. Закисли. Наружная отошла. Надо хорошенько смазать будет вот эти направляющие, где ходят колодки. И потом сделаем ревизию. Вот. Смажем новую смазку на пальцы направляющие. Вот. Уже слегка изношенная смазка. Это нужно освежить. Так, сняли скобу суппорта. Она крепится на двух болтах. Вот здесь у нас сзади к поворотной цапфе. Сняли, но колодка не хочет идти. Она у нас заржавела. Сейчас выбью. Так, я подготовил колодки к установке. Я зачистил турбинкой от ржавчины, чтобы они ходили лучше в направляющих. Здесь у нас направляющие. Вот, зачистил. Смазал резьбы, смазал пальцы, направляющие. Это такая специальная смазка, она густоватая и не позволяет. Густоватая смазка, и она уберет в самих направляющих стук, потому что у нас была уже немножко. Смазка потеряла свою густоту, потеряла свои свойства, и в направляющих суппорт сам на диске он дребезжал, давал стук. Вот, подготовил, зачистил тоже, чтобы поставить скобы турбинкой. Вот, ставим теперь скобы. Сюда у нас ставятся скобы. Сюда тоже сейчас нанесу внутрь смазку. На самих колодках смазка. Вот. И оставляем завтра. Завтра я буду протачивать диск. Вот изнутри у нас колодка была закисшая в самих направляющих, в самой скобе на вот этой части, и внутренняя колодка сделала большую выработку на тормозном диске. Завтра я проточу, уберу эти борта. Снаружи вроде бы все хорошо, и будем завтра ставить. Пока что предварительно собрал все на свои места, только единственное, что без диска. Диск завтра будет протачиваться. Сейчас поставим на колеса, опустим с домкрата. И до завтра. Так, и соответственно с правой стороны то же самое. Откручиваем два болта на 14. Убираем суппорт. Вытаскиваем направляющие пальцы, резинки. Я уже так, пружинки, которые разжимают колодки, чтобы они постоянно не прижимались к тормозному диску.
придется выбивать. Вот, ну и сейчас то же самое, как и с той стороны, перемоем, все перечистим, подготовим к завтрашней установке. Скоба у нас держится на двух болтах на 17. Сами скобы здесь немножко зачухаем, наложим новые смазки направляющие, промываем, а вот эти части я возьму, просто зачухаю турбинкой. Вот таким образом просто зачистим, чтобы у нас убралась ржавчина, и они потом свободно ходили в направляющих. Зачистил колодки, так они выглядят. После обработки, подготовки. Так, ну и так же само смазываем, чистим еще вот эти сейчас. Тоже вот эти скобы снимаем, зачистим вот эти поверхности тоже от ржавчины, зачищаем, промываем. Будет выглядеть после зачистки. Вот наш диск. Вот эти вот пурта будем убирать. Практически может быть еще один проход. Разница между неточенным диском и точенным. Внутри убрали борт. Немножко осталось, но эта поверхность не будет соприкасаться с колодками. Вот у нас бурты убраны, все ровненько и внутри, и снаружи. Биение можно увидеть по звуку. Thank you.
потихоньку подводим резец и видим, как начинает брать. Соответственно, с этой стороны.